Всем привет! Ну что ж, давайте еще раз поиграем в змейки сегодня. Ой, какой большой змей. Смотри, он все сожрал. А я хочу кушать. Я пока маленький. Вообще. Ой, ё-моё, он меня сейчас... Нет, я думал, меня словит. Надо куда-нибудь пойти, где много змей, и которые умирают часто. Где бы таких найти? О, вот немножко еды. Она еда большая, мощная. Либо этих какашки подъесть. Кто-то оставляет какашки. О, здоровый, здоровый, здоровый. Какой здоровый. А я, смотри, я более быстрый. У меня получается водяной какой-то там скин. А водяные скины, они реально очень быстрые. Просто... Смотри, как я его сейчас... Опа, я его съел. Ой, хороший скин. Каждый скин что-то дает. Какие-то преимущества. Так, кстати, очень много змей больших. О, еда. Еда. Сдох. Сдох. Жрать, 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 жрать. Немножко промахиваюсь. Плохо. Это плохо. Жрать, жрать, жрать. Все сжрать, все жрать. Реально жрать надо. И этот, смотри, сдох. На меня напал, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще сверху кто-то поддох. Все, я теперь реально большой стал. Так, вот эту печенюшку съем. Еще вот одна бегает. Ах, она убегает постоянно. Ай, ты гаденышка, какая гаденышка. Блин, как же, кого же мне захватить сейчас? Может быть, вот этого захватить? Слушай. Опа, захвачен, корона. Блин, это тут я... Ну ладно, тут что-то бабочка какая-то. А, бабочка дает эффект рост от насекомых. Поэтому есть резон пока немножко насекомых пожрать. Вот так. Ах, да, есть насекомые. Ай, хорошо. Так, энергия. Короче, внизу энергия, поэтому нужно за ней тоже сидеть. А вот это хрюндель, это тоже насекомое считается, мне интересно. Блин, надо его зажать, сейчас он сдохнет. Оп, о, увеличилось, смотри, зрение у меня. Блин, жалко, что ненадолго это зрение увеличивается. А пока поем насекомых. Пока мне за них дают больше. Смотри, там жрачка просто офигенская. Блин, ладно. Что успели, то сожрали. Что не успели, то не сожрали. Давайте тут подъем немножко. О, а здесь там много, сколько еды кто-то оставил-то. Ах, жалко этот эффект. Эффект пропал у меня. Это совсем мало еды, по правде. Ну... О, жучка этого сейчас опять съем. Блин, увеличилку, увеличилку сожрал, гад. Увеличивалку, как называется. Блин, а как я тут это съем, если мне не видно? Опа, нет, нифига, ты тоже какой-то быстрый. Ладно. Аккуратно. Куда бы мне пойти, что бы мне сожрать? Вот какой... Ой, сдох, 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 ребята, сдох. Вот этот большой, такой жирный, и он сдох. Блин, и смотри, ты тоже увеличился. Рядом просто. Лазь. Блин, я такой неповоротливый становлюсь. Что ж делать-то, а? Мне нужно хорошо питаться, так как я большой стал. А чтобы питаться... О, еда! Немножко, но... Чтобы хорошо питаться, нам нужно... Жрать побольше. Энергия у меня заканчивается. Блин, а я толком никого не сожрал еще. Вот, змейка. Змейка-малыш. Подожди немножко. Я тебя съем, Жанет. Бедная Жанет. Я тебя сейчас споймаю. Нужно аккуратно тут двигаться, чтобы мне эта Жанет не хлопнула. Вот. А то меня еще Жанет схлопнет.
Все, мы ее зажимаем. Зажимаем. Все, она практически у меня готова. И назад идем, подъедаем здесь немножко, что у нас от Джанет осталось. А, съели, съели. О, еда, 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 еда. Какой я стал медленный. Ёлки-палки, я вообще плохо поворачивать стал. Что же делать-то, а? Кого же мне споймать? Но этих я не могу ловить, потому что они тоже большие. Ой, какие. Вот, а вот этих, в принципе, можно. Блин, какой я толстый стал, а? Реально толстый. И маленьких еще мало, я смотрю. Вот где мне кого-нибудь словить? Может этого... Авери? Авери? Давай мы тебя словим. Мне надо кого-то словить. Слушай, друг, ты уж прости. Он начинает закручиваться, понимаешь? Это его ошибка. Это его большая ошибка. Просто я его сейчас захочу уменьшить место. И он у меня сейчас умрет. Я его съем. Блин. Меня сейчас кто-то еще закрутит. Вот. Вот этот меня хочет закрутить. А я тебе вот так. А я тебе вот так сейчас сделаю. Че? Убежал? Гад. Сейчас, подожди. Он умер. Этот гаденыш умер просто-напросто. Блин. Это тоже умер. Блин, и тут еще вот эта вонючка маленькая бегает. Как она меня достала. Такс. Ну, теперь толстенький стал. О, еда. Еда. Опасно. Это опасное место здесь жрать. Лучше, может, этого схватить. Ну, фиг его знает. Схвачу ли я его? Вот этого смогу схватить. Но здесь слишком много змей. Поэтому... Не факт, не факт, далеко не факт, что я его словлю. Опа! Смотри, что творится. Смотри, ты смотри, ты посмотри, что творится. Ну, в принципе, я его подожму сейчас. Главное, чтобы он... Что... О! Вот этот меня хочет еще, смотри, поджать. Блин. Короче, смотри, мы друг друга хотим сожрать. Реально. И этот обволакивает, и тот обволакивает. Ладно, не получилось. Ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Такс-такс-такс, крутимся. Крутимся-вертимся. Сожрать кого-нибудь хотим. Слушай, какой ми... Я на 26-м только месте, я думала, уже на первом. О! Друг, иди нафиг. Иди нафиг. Ладно, у меня заканчивается уже силы просто. Энергия. А вот этого почему бы мне не подхватить, слушай, а? О. Все. Все, ребята, он закручивается. Он потихонечку у меня закручивается. Попробуем его словить. Да куда ты ползешь, дурачина ты? Все, съелся. Съелся, друг мой. Червяков сколько много тут. Так, ну что ж, сколько у меня там энергии? Много? Идем дальше кого-нибудь ловить. Вот этого зелененького бедолашку я тебе сейчас. В колечко-то! В колечко я вас обоих-то словлю. Хотя бы маленькие совсем. Ладно. Совсем малыши. Тихо, не пугайте. Не пугай меня, алло. Давайте уже дохните, алло. Вообще капец. Они еще там успевают кого-то сжирать. А? Уменьшаем кольцо.
Все. Сотри этот меня как словил. А-а-а! Офигеть, он меня просто напросто сожрал и словил. Большой такой гад. Он меня убил. Ай, как жалко. Вот так вот надо аккуратно играть, ребятушки. Ну что ж, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.